Расскажите мне, при каких обстоятельствах вы были задержаны и почему вы здесь находитесь? Занимался наркотическими веществами, то бишь анафе. Когда, где, за что вас задержали, вот, в частности, мои коллеги? Вот прошивал по последнему адресу, туда, в общем, привозил анафу. 12 мешков собрали, это верно, да? Да. Угу. Так, вы где храните собрал? В гараже. И сели у нас прямо из дома. Вот она прямо в зале на полу кладила, лежала. Ну и кухня была, сушилась, в общем, на клеенке. Вы знаете, да, что за хранение и избыт наркотиков существует уголовная ответственность, знаете? За, да, наверное.